Вітаю! Ви дивитеся програму «Бути щасливими». І з вами її постійна ведуча Наталія Подгорна. Жінка, з якою мені випала нагода познайомитись півроку тому, яскравий приклад сучасної бізнес-леді. Адже вона знаходить час на сім'ю, на роботу і на себе. Знайомтеся, в мене в гостях Олена Пипко. Здравствуйте. Олена Пипко – майбутній ведучий лідер бізнес-групи Mary Kay. Серед захоплень Олени – заняття спортом, танці. Полюбляє фільми з відомими акторами та гарними жінками про долю успішних жінок, серед яких Коко Шанель, Грейс Келлі. Бути щасливою для Олени – це бути собою, кохати та бути коханою. Можливість займатися улюбленою справою та радіти життю. Олена, з чого розпочалася ваша кар'єра? Достатньо банально. Мечты, со страха, а вдруг не получится, с надежды, а вдруг получится, и с короткого слова «да». Я приняла предложение стать независимым консультантом по красоте компании Mary Kay. И благодарна своим родителям за то, что они приняли мое такое нестандартное решение по окончанию школы, которую я закончила с отличием. Я выбрала все же путь пойти на заочное отделение учиться и делать первые шаги в совершенно новом, никому еще тогда в нашей стране незнакомом бизнесе. Действительно, то, что сработало на меня, на что я среагировала, да, это образ красивой девушки в деловом костюме с роскошными волосами, которая двигалась. Чуть позади нее были мужчины, их было несколько, и была реклама «Сама себе босс». Ну вот это, наверное, стремление к внутренней свободе, оно всегда двигало меня в желание самой принимать решения, самостоятельно заниматься планированием своего дня. И поэтому все те возможности, которые открывались хоть и в новом, но в таком увлекательном и очень близком для меня деле, привлекали меня. Мне действительно хотелось с этой компанией построить карьеру успешной бизнес-леди, лидера в макромасштабе, да, и совместить семью и карьеру. Это было, наверное, движущим фактором, потому что в будущем для меня было принципиально важно создавать семью, свой дом, уют, быт, и при этом обязательно продолжать свой путь саморазвития и развивать свое дело и быть профессионально, ну, такой, скажем, независимой ни от родителей, ни от супруга. Ну, в общем-то, это и помогло на старте, и движущей силой было всегда в пути. Де ви навчалися? Чи бачили ви вже тоді себе тим, ким є зараз? Я була искренне увлечена роботою в компанії, посещала всі обучаючі мероприятия, які предлагались, много читала, ну, именно такой внутренней літератури, да, і, ну, двигалась шаг за шагом, розвивала свій бізнес, приобретала все больше уверенности, больше клиентов, ну, росли доходы, и я начала создавать команду вокруг себя, стала лидером бизнес-группы. И все это было за время учебы. И мамочка, надо отдать ей должное, она всегда поддерживала все мои начинания и говорила: «Да, может, бросим этот институт? Зачем он тебе? Будешь в Mary Kay учиться». Ну, в общем-то, я человек, который любит доводить дело до конца, и решила, что все-таки начатое дело нужно завершить. Хотя действительно искренне уже тогда понимала, что свой дальнейший профессиональный жизненный путь я буду строить с этой компанией, в которой образование и диплом, ну, были не нужны. Защита диплома состоялась непосредственно по теме «Стратегическое планирование предприятия», где за бизнес-модель, за бизнес-единицу была взята моя уже бизнес-группа. И я защищала свой диплом в костюме лидера бизнес-группы. В раздаточном материале были приложены также буклеты и брошюры компании.
И, в общем-то, на выходе из вуза у меня уже было рабочее место, которое я организовала себе сама. Я на тот момент была уже лидером бизнес-группы и чувствовала, что впереди перспектива развиваться с этой компанией дальше, ну, даст мне возможность реализовать свои мечты и построить жизнь своей мечты. Ну, вот так громко, но тем не менее это абсолютно искренне. Я знаю, що цього року вам випала нагода представляти костюм лідера компанії Mary Kay. Чи так це? Це правда. І для мене це не просто велика честь, для мене це ще дуже символічно. Тому що представлення костюма для лідерів і будущих лідерів, як візитна карточка особливої, совершенно особливої культури компанії Mary Kay, це ще одна мечта моя, которая сбылась с Mary Kay. Уверена, каждый лидер об этом мечтает. И такой шанс выпадает один раз, и не каждому. И для меня это еще и знак свыше. Раньше я мечтала о том, чтобы сбылись мои мечты. А сейчас мне хотелось бы, чтобы сбылись мечты моих бизнес-партнеров. Поэтому представлять костюм для своих коллег и будущих лидеров компании Mary Kay — это самая высокая честь и признание для меня. Компания в мире занимает лидирующее положение и в Америке является лидером номер один по продаже косметической продукции. Хотя свою известность, я уверена, приобрела не только благодаря высокому качеству косметики, а благодаря той уникальной культуре, атмосфере, своему неповторимому стилю, частью которого является философия и имидж консультанта по красоте. Поэтому представлять костюм для лидеров и будущих лидеров компании для меня высокое признание, честь и очень символично. Расскажите, будь ласка, про свои перемоги у компании. Действительно, именно получение определенных наград, достижение успеха, финансового результата в бизнесе формировали привычку и характер побеждать, достигать поставленных целей. И среди таких приятных и красивых наград в моей коллекции есть несколько, более 10 драгоценных бриллиантовых украшений. Несколько из них в виде брошей шмель, которые полностью усыпаны бриллиантами, корпоративные автомобили, о котором я в свое время мечтала, и это достижение еще и изменило мою женскую судьбу. Среди самых последних достижений, достижения, которыми мне сегодня приятно гордиться, это успехи моих дочерних лидеров и награды, которые также и в их коллекции украшают. И автомобиль, который получила Наталья Заневская по результатам высоких продаж ее команды. Это награждение и вручение автомобиля было совсем недавно, и компания умеет это делать настолько красиво, что не только сам факт достижения цели, получения награды, но и признание, которое компания дарит. И в этом, наверное, именно и растут женщины с компанией Mary Kay, и в этом тоже. Хотілося б трошки детальніше про автомобіль, який змінив, покажете ваше життя. Ну, в своє время я мечтала їздити за рулем своєго автомобіля. І автомобіль від компанії подарив мені знайомство з моїм супругом. Угу. Я їхала на трасі, по Кримській трасі, і у мене закінчився бензин. Дуже нестандартна ситуація. Папа, я знала. Да, да. И мимо проезжал автомобиль, в котором был как раз супруг. Он остановился и помог мне. И так, в общем-то, сложилась наша с ним встреча. После чего очень быстро изменились и его жизнь, и моя. Ну, не знаю, это, наверное, не стоит говорить, но с тех пор муж все время следит за тем, чтобы бак бензина был заполнен. И даже сегодня я не знаю стоимости
бензина или газа, который, потому что он следит за тем, чтобы всегда было топливо. Що вас надихає? Як проводите свій вільний час? Знову хочеться сказати про любиму роботу. Ну, крім цього, зараз мені дуже подобається займатися спортом. У мене отличний тренер, з яким ми несколько разів в неділю працюємо. І дуже люблю проводити час, дуже люблю вихідні, коли ми проводимо час з сім'єю. И в этот момент я полностью перегружаюсь и переключаюсь на своих близких, абсолютно отключаюсь от каких-то своих других ролей. И люблю, когда мы вместе путешествуем, отдыхаем. Ну и с большой страстью всегда возвращаюсь к своему любимому делу. И в понедельник, начало новой недели, всегда отдохнувшая и с легкостью начинаю или продолжаю заниматься своим делом дальше. Чи є у вас улюблені місця? Любимые места – это там, где я и моя семья. За время от рождения до сегодняшнего дня и я, и уже с семьей мы несколько раз переезжали. Поэтому мне хорошо там, где есть мои близкие. И я организовываю пространство так, чтобы мне было там хорошо и интересно. Ну, конечно, есть парки, есть заведения, в которых мы любим бывать, любим обедать, ужинать, проводить время с друзьями, с нашими детьми, да. Но это не имеет большого значения на самом деле. Больше имеет, наверное, значение то, с кем в этот момент. Ваша робота – це скоріше філософія та спосіб життя, так? Основою моєї внутрішньої філософії – це бажання слухати і слухати свій внутрішній голос, бажання слідувати своєю швидкістю, вибирати свій путь і бажання виконувати тих ролей, які дійсно мої. Не стремление кому-то понравиться или сделать что-то, ну, для того, чтобы получить чью-то оценку, да? А желание оставаться самой собой, желание выполнять, есть даже такая фраза, что лучше плохо выполнять свои роли, чем хорошо чужие. И это, кстати, секрет, наверное, моего успеха, как мне удается еще успевать, ну, выполнять сразу, двигать несколько сфер в своей жизни и там балансировать между ними. Это понимание того, что должна сделать именно я, и что это никто, кроме меня, не сделает или не сделает так хорошо, как это могу сделать я. Например, в свое время, когда родилась Надюша, это был не самый простой период в жизни. Это была первая волна кризиса в мире. Муж остался без работы. Родилась Надюша, и абсолютно новая для меня роль мамы. Роль, недавно новая роль жены. И как совмещать все это? Естественно, в этот момент есть ощущение того, что жизнь проходит мимо, что недостаточно времени для того, чтобы уделить внимание себе или своему развитию, но есть точное понимание, что я занимаюсь тем, чем я должна сейчас заниматься. Это быть мамой, это дарить любовь и молиться о том, чтобы мое грудное молоко было так долго, сколько нужно моей дочери, и понимание того, что это не переложить и не сделать потом уже никогда. И вот в этот момент я точно чувствовала, я никогда не работала по графику с 9 до 6. Я всегда, я даже не представляю, как это может быть, и хочу делиться тем, как может быть по-другому. И что утром, когда провожая супруга спокойно приготовить завтрак, зарядить его позитивом и своим спокойствием, отправить его в мир с этим посылом, да, я тоже чувствую, что это именно то, что я как жена и как женщина в этой семье должна делать. И когда я занимаюсь спортом,
и откладываю какие-то свои дела, в которых я вроде как тоже должна участвовать, я понимаю, что в этот момент я там, где я должна быть. Поэтому и есть, наверное, философия моей жизни. Во-первых, это точно знать, чего хочешь ты. И я часто задаю себе этот вопрос. Чего я хочу? Прямо проговариваю этот вопрос для того, чтобы в нужный момент вовремя успеть определить и отбросить лишнее. И двигаться своим путем. И, конечно же, если нужно выбрать между работой и семьей, я выберу семью. И готова даже отложить какие-то свои дела и пересмотреть какие-то свои сроки выполнения дел. Но в нужный момент, и моя семья это знает, что если я увлечена и поглощена каким-то проектом или должна подготовиться как к чему-то, да, они мне тоже дают возможность полностью перенаправить свое внимание туда. Поэтому следование таким принципам дает мне возможность сохранять этот баланс или, по крайней мере, стремиться его удерживать, насколько это возможно. Но, конечно, совершенству нет предела. Я знаю, что вы створюете клуб «Лучшая я». От хотілося б більш детально про нього, адже тут ви створюєте його саме для вашої команди, піклуючись про своїх консультантів. Клуб «Лучшая я» – це те, що сьогодні займає велике кількість моєго присутствия, моїх мислей. Я творю, создаю і чувствую, що це буде нечто невероятне. І уверена, що девушки, которые придут на наши встречи, эти встречи будут проходить в совершенно разном формате, и вживые, и онлайн-встречи, и в виде бесед, и в виде мастер-классов, в виде девичников, в виде бизнес-завтраков. Все это для того, чтобы создать среду, атмосферу, в которой и те девушки, которые являются моими клиентами и партнерами, и те другие, любые девушки, которые стремятся к самосовершенствованию и ищут путь и хотят приобрести уверенность в том, что можно следовать своей мечте и заниматься любимым делом, и быть успешной в карьере, и балансировать между личной жизнью, и достаточно времени уделять себе и своему развитию. В общем-то, клуб – это пространство, которое будет создавать среду, нести новые знания, укреплять уверенность в том, чтобы каждая участница клуба строила жизнь своей мечты. Ну вот это очень высокопарно звучит, но это имеет именно такую суть. И рождение новых историй успеха – это цель, ради которой этот клуб создается и открывается. Чи є вже тема майбутніх зустрічей? Да, и уже очень скоро мы проведем несколько первых встреч, и этот клуб будет иметь покрытие сразу в нескольких городах, там, где уже есть мои дочерние лидеры, мы начинаем этот проект вместе. И первые темы будут посвящены тому, чтобы определить свое направление, найти свое предназначение, определиться с целями, научиться выстраивать доверительные отношения с близкими, в работе, в бизнесе, о том, чтобы научиться себя организовывать, самомотивировать, самодисциплинировать, о том, чтобы научиться быть красивой и уметь делать макияж, ухаживать за своей кожей. В общем-то, все то, что помогает девушке чувствовать себя привлекательной, быть интересной личностью и создавать успешные отношения в личной жизни и в бизнесе. Это, конечно, на самом деле большой путь. И я предполагаю, что это работа не одного дня. И я готова на то, чтобы вместе предлагать строить жизнь мечты своей девушкам, кто придет в наш клуб, своим клиентам и бизнес-партнерам. И сама вместе с этим продолжаю путь самосовершенствования, путь
к лучшей версии самой себя. Наш девиз клуба – это быть лучшей версией самой себя. Поэтому принцип соревнования не с кем-либо, а принцип внутренней мотивации – быть той лучшей, какой ты можешь быть. Я думаю, що ми зараз дамо на екран контакти, як можна з вами зв'язатися і коли будуть проходити наступні зустрічі ваші, щоб обов'язково завітали і познайомились з вами. І останнє питання. Що для вас бути щасливою? Бути щасливою – це прежде всього любити і бути любимою для мене. Це бути самою собою. Это следовать своему пути, это заниматься любимым делом, это достаточно уделять внимание семье и себе, это жить на 100, это жить полной жизнью. Состояние полета, состояние творчества, состояние радости от сегодняшнего момента и желание принимать новые вызовы и идти вперед. Олена, дякую за цікаве інтерв'ю та ваш власний приклад життя, який ще раз доводить, що головне – бажання. Якщо буде бажання, то можна здійснити все. І заплановане те, що так здається недосяжним, все може статися вже завтра. Дякую вам за це. Спасибо, Наталія. Я спілкувалася з майбутнім ведучим лідером бізнес-групи Mary Kay Оленою Попко. Ви дивилися програму «Бути щасливими». З вами була Наталія Подгорна. До наступної зустрічі!